Энциклопедия услуг здравоохранения. Югорский проект «Открытая медицина» получил премию признания. Работу общественников из Нижневартовского района отметили в номинации «Народный контроль». Его авторы проводят проверки в медучреждениях и дают консультации их руководителям. А еще рассказывают югорчанам на обучающих семинарах, как получить качественные медицинские услуги. Подробности узнаем у Алексея Шабанова. Добрый день. Общественная организация «Защита прав потребителей Альянс». Мы проводим общественный контроль медицинских организаций. Можно посмотреть информацию для пациентов? Конечно, пожалуйста. Таких проверок за год работы проекта «Открытая медицина» было более 60. Сначала общественников принимали в штыки. Сейчас относятся с пониманием и прислушиваются к рекомендациям. У государственных организаций, у них, в принципе, они достаточно хорошо выполняют все нормы и требования. Как бы, да, там неоднократный общественный контроль показывал, что они, в принципе, у них нарушений достаточно мало. То есть проект в первую очередь направлен на, по большому счету, частные медицинские учреждения, которые не так пристально следят за исполнением законодательства. Кроме консультаций, медучреждениям предоставляют возможность бесплатно дать информацию о себе на портале открытаямедицина.рф. Сейчас здесь уже разместились 20 организаций Нижневартовского района. Список будет пополняться. На что нужно обращать внимание при выборе медицинского учреждения? В первую очередь необходимо при выборе медицинского учреждения смотреть на то, есть ли вообще у медицинского учреждения лицензия. Правовая грамотность пациента – вторая цель, которой добиваются авторы проекта. На подобных встречах они рассказывают, где получить информацию о медучреждении и затем сделать правильный выбор. Мы им разъясняем также права его как потребителя, специальные права в области медицинских услуг, а также показываем, какую информацию должна предоставлять медицинская организация и как ее использовать для выбора. Окружное признание – не единственная победа проекта. Недавно «Открытая медицина» выиграла президентский грант. На его средства программу будут развивать в Нижневартовске. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовский район.